Гороскоп на 15 октября 2023 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра. Воскресенье у Овна – благоприятный и плодотворный день, со многими делами удастся справиться очень быстро. Постарайтесь эффективно использовать первую половину дня. Именно в это время появляются лучшие идеи, особенно успешно проходят встречи и переговоры. Также вероятны денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Возможно, именно благодаря им вы сможете сделать какие-то удачные покупки. Вечер будет посвящен семейным заботам. Не исключено, что появятся какие-то мелкие бытовые проблемы, требующие немедленного решения. Будьте внимательны, это ответственный и серьезный день. Вас будут дразнить, искушать и соблазнять. Поддаваться нельзя ни в коем случае. Не отказывайтесь от ранее принятых решений, не идите на компромисс со своей совестью. Нелегко преодолеть все испытания, которые готовят этот день, но если вы справитесь с ними, то получите щедрую награду. Ваши поступки не встречают одобрения и понимания даже у самых близких людей. Доказать свою правоту сложно, а вот поссориться с окружающими очень легко. Конфликты, начинающиеся в этот день, могут затянуться надолго, если вы вовремя не примете меры. Личный гороскоп. День может быть очень тяжелым. Неожиданная новость или неприятная встреча может стать причиной стрессов или болезни. Новое увлечение не окажется длительным для женщин-овнов. Ваш избранник не оправдает возложенных на него надежд. Звезды предостерегают от излишней самоуверенности мужчин-овнов. Отношения с представительницами прекрасного пола могут быть обескураживающими. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Не бойтесь сегодня принимать важные решения. У Овна достаточно сил и возможностей, чтобы изменить жизнь к лучшему. Овну предстоит немало потрудиться. Но не забывайте про отдых, обед и сон. Кстати, остерегайтесь переохлаждения и не сидите под кондиционером, чтобы не заболеть. Гороскоп «Дом» на сегодня. Судьба открыла вам пути к новым достижениям. Ситуация благоприятна для принятия важных решений и построения далеко идущих планов. Вероятно, вам придется много работать, поэтому составьте режим дня так, чтобы было время на отдых. Избегайте сквозняков, чтобы не ослабить свою энергетику. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Сегодняшний день для Овнов будет предназначен для общения, причем как на работе, так и дома. Звезды советуют быть дружелюбнее с коллегами и близкими людьми. Вечером вам захочется поговорить о чем-то тайном или неизведанном. Воскресенье – подходящий день для общения с близкими людьми, укрепления дружеских и семейных связей. Можно договариваться о каких-то совместных действиях, обсуждать общие планы. Не исключены мелкие разногласия, но достичь компромисса будет нетрудно. Если вы пойдете на какие-то уступки, то наверняка не пожалеете об этом. Удачными будут небольшие покупки. Вторая половина дня благоприятна для учебы, сбора информации, а также для творчества. Это время, когда многие тельцы расстанутся со своими стереотипами и заблуждениями, смогут по-новому взглянуть на привычные вещи. День будет непростым. Серьезные проблемы могут возникнуть даже у тех, кто приложил максимум усилий, чтобы избежать их. Но все происходящее не должно заставить вас отказаться от задуманного или пасть духом. Сохраняйте оптимизм, идите своим путем, и вскоре вы заметите, что обстоятельства меняются к лучшему. Следует быть предельно разборчивыми в контактах, особенно если вы путешествуете или по иной причине находитесь вдали от дома. Старайтесь не менять своих привычек, эксперименты такого рода сегодня выбивают почву из-под ног. Личный гороскоп. Откажитесь от дальних поездок, вероятность конфликтных ситуаций, болезни или травмы очень высока. Займитесь приведением дел в порядок. Будьте аккуратны и точны. Отношения с сотрудниками и начальством улучшатся. Окружающие оценят вашу твердость и принципиальность. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Прежде чем заниматься повседневными делами, Тельцу нужно поставить перед собой четкую задачу. Гороскоп рекомендует связать ее с профессиональной деятельностью. У вас все получится, если не будете паниковать и смотреть в прошлое. Связи с влиятельными структурами пойдут Тельцу на пользу.
Гороскоп Дом на сегодня. Вполне вероятно изменение цели, общей ориентации бизнеса, которая пройдет достаточно болезненно, но впоследствии даст неплохой результат. Деловые люди, родившиеся под этим знаком, могут начать реорганизацию своего дела. Для достижения своих профессиональных целей не стесняйтесь использовать связи с вышестоящими инстанциями. Любовный гороскоп на сегодня для тельцов. С утра тельцу необходимо посвятить время работе, причем даже самая рутинная ее часть покажется вам сегодня интересной. К вечеру вы побеседуете с одним из своих партнеров, но будьте внимательны, поскольку эмоции могут вылиться наружу и обидеть оппонента. Воскресенье у близнеца. День складывается удачно, звезды во многом вас поддерживают. Не исключено, что сбудутся какие-то давние желания, вы получите то, о чем давно мечтали. Можно браться за новые дела или завершать то, что было начато раньше. То и другое у вас получается хорошо. У некоторых близнецов будет шанс успешно довести до конца то, что они уже не раз собирались бросить. Даже у самых безнадежных проектов появляются новые перспективы. Порадует общение с близкими. Будет шанс помириться с теми, с кем вы давно в ссоре. Неплохой день, хотя его не назовешь богатым событиями или особенно плодотворным. Ритм жизни становится более спокойным, стоит воспользоваться этим, чтобы передохнуть или вернуться к тем делам, до которых у вас раньше не доходили руки. Желательно отказаться от общения с людьми капризными, импульсивными, несдержанными. Сегодня они поглощают вашу энергию, лишают вас сил. Можно добиться успеха в реализации какого-то творческого проекта, над которым вы работали самостоятельно. Порадует внимание представителей противоположного пола, но начало серьезных романтических отношений маловероятно. Личный гороскоп. Неудачный день во всех отношениях. Это самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Осмотрительность и здравый смысл помогут вам обойти острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит. Возможно, общество близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Близнецы проявят творческие способности и будут искренни с близкими людьми. Чтобы нормализовать режим дня и питания, вам следует разработать диету. Полезно посетить спортзал и посоветоваться с инструктором по поводу физических упражнений. Старайтесь мыслить позитивно. Гороскоп «Дом» на сегодня. Очень чистый день реализации творческих замыслов. Сегодня многие осознают, что это такое – близкий и родной человек. Думать плохо о людях в этот день нельзя. Благоприятно прорабатывать различные диеты в любых формах. Хорошо начинать цикл физических упражнений или большой учебный творческий цикл. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Все важные дела, звезды, советуют близнецам совершать в первой половине дня. После обеда же лучше заняться рутинной деятельностью. Вам принесут удовольствие размышления, поиск информации. Воскресенье день подходит для привычных дел и спокойного отдыха. Любыми важными делами лучше заниматься в одиночку. Так вы быстрее добьетесь нужного результата и сможете избежать весьма неприятных разговоров. Чужие идеи часто оказываются вам полезны, но чем меньше вы их обсуждаете с окружающими, тем лучше. Вероятны поездки, в том числе и дальние. Они могут быть связаны со значительными расходами, но вы получите массу позитивных эмоций и не пожалеете о потраченных деньгах. Хорошо начинать учебу, она будет даваться легко, вы быстро добьетесь успеха. День может быть непростым, так что твердость духа, настойчивость и терпение не будут лишними. На везение лучше не рассчитывать, а вот в свои силы верить нужно. Возможно, разногласия с недавними единомышленниками и союзниками, не исключено, что какие-то совместные планы окажутся под угрозой срыва. Необходимо проявить осторожность в личных отношениях. Вы рискуете стать жертвой манипуляций, заложником противоречивых чувств. Юные представители знака страдают из-за излишней доверчивости и желания абсолютного всех вокруг видеть что-то хорошее. Личный гороскоп. В этот день вы можете не опасаться срывов и неудач. На следующей неделе вы сможете обойти любые острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит. Ваша половина может проявить к вам повышенное внимание. Этот день благоприятен для интимных встреч. Однако не стоит вступать в случайные связи,
ведь под угрозой отношения с любимым человеком. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Рак». Все идеи и планы «Рака» успешно реализуются. Но для начала вы должны создать базу для новых и перспективных дел. Финансовая ситуация у «Рака» будет на высоте. Вы сможете оформить кредит в банке под небольшую процентную ставку. Гороскоп рекомендует купить абонемент в тренажерный зал. Гороскоп «Дом» на сегодня. Профессиональные дела в этот период начнут стремительно развиваться. Материальное положение улучшится. Многие раки получат мощную финансовую поддержку партнеров. Время также благоприятно для получения кредита. Вы в прекрасной физической форме. Так держать? Любовный гороскоп на сегодня для раков. С утра раки смогут решить множество своих бытовых и рабочих проблем. В это время будет полезно пообщаться с родителями, помочь им. К вечеру вы задумаетесь об отдыхе, релаксации. Воскресенье у Льва – благоприятный день для общения. Возможны встречи с людьми, совсем не похожими на тех, кого вы знали раньше. Некоторые львы будут приятно удивлены. Они почти случайно найдут единомышленников, которые со временем станут настоящими друзьями. Долгосрочное сотрудничество, начинающееся в этот день, окажется выгодным. Не исключено и начало любовных историй. Романтические отношения поначалу будут складываться напряженно, но вскоре в них воцарится гармония. Вы прислушиваетесь к себе, но и окружающих не оставляете без внимания. Многим будет приятно иметь с вами дело. Могут возникнуть трудности при реализации замыслов, которые вы строили с большим энтузиазмом. Некоторые львы поймут, что переоценили не только собственные возможности, но и готовность окружающих помочь. Союзники, совсем недавно заверявшие вас в своей преданности, не спешат поддержать вас, поэтому искать выход из непростой ситуации приходится самостоятельно. Возможны разногласия с близкими. Постарайтесь избежать обмена упреками и взаимных обид. Если дело дойдет до открытого конфликта, восстановить мир будет непросто. Личный гороскоп. Сегодня ко всем предложениям следует относиться с крайней осмотрительностью. Щедрость или излишняя доверчивость могут стать причиной ошибки. Не исключено, что вас попытаются обвести вокруг пальца. Расположение звезд благоприятно для любви, семейных отношений, новых знакомств, которые могут перерасти в серьезные длительные отношения. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Льву нежелательно строить планы на будущее и начинать крупные дела. Возможно, дальняя поездка, которая принесет успех и прибыль. Не следует сегодня завязывать деловые отношения с зарубежными партнерами. Придерживайтесь старых принципов работы, чтобы добиться отличного результата. Гороскоп «Дом» на сегодня. Для начала новых дел этот сегодняшний день неудачен. Возможно, много суеты в текущих делах. Вас станут отвлекать посторонние разговоры, незапланированные поездки, непредвиденные новые задания. Вам лучше работать со старыми партнерами, так как новые могут оказаться ненадежными и отнять у вас немало драгоценного времени. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Первую половину дня львы проведут в делах. Вас ждет удача в деловых вопросах или на дороге. Также вы можете получить максимум удовольствия от общения с семьей. Вторая половина дня полностью переместится в дела семейные. Возможно, вас ждет довольно эмоциональный разговор о каких-то насущных домашних делах. Воскресенье вам потребуется терпение. Сегодня далеко не все будет даваться легко и получаться с первого раза. Возможно, близким потребуется помощь. Вам удастся избавить дорогих людей от серьезных проблем. Деньги тратятся в основном на нужды семьи, жалеть о расходах вы не станете. Желательно критически относиться к собственным идеям, особенно если вам нужна чья-то помощь для их реализации. Сейчас вы склонны переоценивать свои возможности и видеть только самые радужные перспективы. Немного здорового скептицизма не повредит. День отлично подходит для обсуждения любых важных вопросов. Они могут касаться коммерческой деятельности или творчества, финансов или личной жизни. В любом случае, вам удастся найти поистине блестящее решение. Четко понимая, каковы ваши истинные цели, вы отвергаете любые сомнительные возможности, избавляя себя тем самым от напрасных волнений и тревог. Вероятно, начало романтических или дружеских отношений. Вы привлекательны и обаятельны, люди к вам тянутся, а вы можете сами выбирать, с кем хотите иметь дело. Личный гороскоп.
день неблагоприятный для финансовой деятельности. Следует снизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь. В первой половине дня вероятны разногласия с начальством, хотя вы усердны в работе более чем обычно. Со здоровьем сегодня возможны неприятности. Вторая половина дня потребует от вас большей организованности и ответственности за своих близких. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Гороскоп советует Деве создать творческий или коммерческий тандем вместе со второй половинкой. Вы сможете не только понять друг друга, но и составить общий бюджет. Дева имеет немало способностей, которые приведут семейный бизнес к успеху. Главное, чтобы вы точно знали, к чему стремитесь. Гороскоп «Дом» на сегодня. Будучи коллегами, супруги могут неплохо сработаться. Они будут дополнять друг друга и создадут прекрасную команду. Составив семейный бюджет, вы скоро заметите, что вам стало легче разобраться в финансовых вопросах. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. В первой половине дня звезды советуют Девам привести в порядок свою финансовую деятельность, сделать ревизию расходов и доходов. После обеда возможна короткая поездка или поиск информации, для которой потребуется вся ваша проницательность и дружественность. В воскресенье Весы вы сможете избежать многих неприятных эмоций, если будете готовы к неожиданностям. Вероятно, вам придется корректировать планы, что-то откладывать на потом. С другой стороны, этот день откроет возможности, на которые вы даже не рассчитывали. Нужно суметь ими воспользоваться. Можно обсуждать вопросы, касающиеся работы и бизнеса. Очень полезно анализировать чужой опыт. Вы замечаете ошибки, которые совершили другие, и делаете из них правильные выводы, тем самым избегая собственных. Не исключено, что к вечеру у вас появятся совершенно новые идеи, реализация которых позволит увеличить доходы. Комфортный и спокойный день, позволяющий отдохнуть и восстановить силы, прежде чем приняться за новые дела. Правда, кто-то наверняка будет призывать вас проявить большую деловую активность, но нет никакой необходимости следовать подобным рекомендациям. Ваша удача от вас не ускользнет. День отлично подходит для встреч со старыми знакомыми, восстановления давних связей. Возможно, возвращение к каким-то прежним увлечениям, которые теперь будут приносить вам гораздо больше радости. Личный гороскоп. Самый неподходящий день для решения житейских вопросов. Возрастет раздражительность и недовольство. Возможно, общество самого близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Весам этот день принесет немало радостных минут. Вы сможете укрепить здоровье благодаря эффективным физическим упражнениям. Сегодня необходимо делиться опытом с коллегами, чтобы вместе создавать новые проекты. Будьте реалистичнее и мудрее, чтобы не угодить в неприятности. Гороскоп «Дом» на сегодня. День, когда в повседневной суете совершается необходимое и действительно полезное действие. Хорошо обмениваться опытом, заниматься укреплением здоровья, начинать строительство. Вы избежите опасных ситуаций, если измените отношение к действительности. В воскресенье день сложится неплохо, если вы проявите осторожность. Любое начинание должно быть хорошо обдуманным, любые решения – взвешенными. Поэтому не торопитесь и старайтесь советоваться с людьми, опыту которых доверяете. Лучше не рисковать. Для смелых экспериментов это не самый подходящий день. Не огорчайтесь, если что-то идет не так. Сейчас вы больше, чем обычно, склонны к восприятию любых событий в мрачном свете. Может показаться, что все безнадежно плохо, хотя на самом деле это не так. Хорошо, если рядом будут люди, способные поддержать вас. В первой половине дня возможно неприятное событие, но расстраиваться из-за них не стоит, поскольку вскоре ситуация изменится, позитивные тенденции наберут силу. Важные для вас дела удастся благополучно довести до конца, ошибок и промахов вы не допустите. Окружающие будут снисходительны к вашим слабостям и найдут вам оправдание, если вы что-то сделаете не так, как им хотелось бы. Чувство юмора и оптимизм делают вас особенно привлекательными для представителей противоположного пола, помогают завязать интересные знакомства. Личный гороскоп. Возможно, что и сегодня вам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации виноваты вы сами. Не будьте категоричными и непримиримыми. Общение с детьми принесет вам огромное удовольствие
и позволит отвлечься от тяжелых мыслей. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Гороскоп не советует сегодня Скорпиону подписывать важные документы. Не пытайтесь обогатиться за чужой счет и не рискуйте деньгами. Обратите внимание на новых компаньонов в бизнесе. Возможно, что кто-то пытается обвести вас вокруг пальца. Отталкивайтесь от того, что подсказывает интуиция. Гороскоп «Дом» на сегодня. День неудачен для серьезных шагов в профессиональной деятельности, работы с документами. Если же речь идет о легких деньгах, то вы наверняка проиграете, если пойдете на риск. И крупным бизнесменам, и частным предпринимателям необходимо быть крайне внимательными, подписывая документы или оговаривая условия будущего сотрудничества. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Сегодня скорпионам придется налаживать или укреплять отношения с партнерами, друзьями или семьей. Также весьма важным будет укрепление тайных связей. К концу дня вас будут одолевать старые привычки и потребности. В воскресенье, стрельцы, постарайтесь ни с кем не ссориться. Если вы с самого утра настроитесь на миролюбивый лад, то сможете сделать много полезного. Например, помочь помириться тем, кто был в ссоре, урегулировать какие-то давние конфликты и не допустить новых. Подходящий день для дружеских вечеринок. Вы организуете отличные праздники для близких. Не исключены новые знакомства. Часто они происходят при каких-то необычных, странных обстоятельствах, но это не мешает началу гармоничных отношений. Во второй половине дня будет возможность сделать удачные покупки. Неплохой день, позволяющий блеснуть талантами, о которых почему-то раньше никто не догадывался. Вы не только привлечете к себе всеобщее внимание, но и воспользуетесь им в своих интересах. Многие стрельцы получат какие-то необычные предложения, от которых не захотят отказываться. Важно реалистично оценивать ситуацию, не давать волю фантазии. Иногда вы склонны выдавать желаемое за действительное, и это может стать причиной ошибочных шагов и опрометчивых поступков. Если смотреть на вещи со здоровым скептицизмом, разочарований удастся избежать. Личный гороскоп. Удачный день во всех отношениях. Это самый подходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Благоприятны семейные отношения, романтические привязанности, влюбленность. Осмотрительность и здравый смысл помогут вам обойти подводные рифы, но только не пускайтесь в явные авантюры. Сны обычно исполняются. Бездна – пропасть, а враг во сне – неприятность от женщины. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Стрелец». Сегодня будет нелегким и непредсказуемым днем для стрельца. На вашей жизни отразится все, что происходит в обществе. Но если в середине дня стрелец нацелится на что-то важное, то без потерь придет к успеху. Больше думайте о себе, а не о тех, кто уже имеет стабильность, деньги и авторитет. Гороскоп «Дом» на сегодня. Перемены, которые будут происходить в это время в обществе, внесут дополнительные осложнения в жизнь многих стрельцов. Однако во второй половине дня многие исправят положение и весьма успешно займутся делами. Вам следует больше думать о собственных прибылях, чем об отстаивании своих взглядов и убеждений. Сдерживайте свое желание покрасоваться. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов. У стрельцов первая половина дня подходит для решения проблем, ведения переговоров. Вас будут занимать мысли о вашем будущем, будущем ваших проектов. К вечеру вам захочется побыть наедине, все обдумать более тщательно. Воскресенье – интересный день, обещающий приятные неожиданности и дающий возможность хорошо отдохнуть. Порадуют встречи с друзьями и родственниками. Найдется дело, которое увлечет и вас, и ваших близких. Благодаря ему забудутся старые разногласия. Иногда ваши действия кажутся нелогичными, потому что вы поступаете так, как подсказывает интуиция, и стараетесь не тратить слишком много времени на долгие объяснения. Кто-то может посмотреть на вас с недоумением, покритиковать или дать непрошенный совет. Но все это не испортит вам настроение. Все сложится неплохо, если вы не станете ставить перед собой слишком высоких целей. Держите свои амбиции под контролем и помните, добиться желаемого возможно не всегда. Некоторые представители знака заметят, что даже обычные дела даются им труднее, чем обычно. Это верный признак того, что надо отложить все и отдохнуть. Можно мысленно вернуться к каким-то событиям прошлого,
обдумать и проанализировать их, разобраться, что вы сделали не так, а в чем были правы. Не исключено, что близкий человек захочет обсудить какую-то ситуацию, повлиявшую на ваши отношения. Разговор окажется не слишком приятным, но очень полезным. Личный гороскоп. Сегодня самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Осмотрительность и здравый смысл помогут вам обойти острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Гороскоп рекомендует Козерогу с юмором относиться ко многим серьезным жизненным ситуациям. Вам будет легче пережить те моменты, которые кажутся безвыходными. Наберитесь терпения и реально смотрите на вещи. Запланированную деловую встречу Козерогу желательно организовать после обеда. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день символизирует медлительность суждений, терпеливость, объективность и основательность. Козерогам явно будет не хватать фантазии, воображения и чувства юмора. Деловые переговоры лучше перенести ближе к середине дня сегодня. Любовный гороскоп на сегодня для Козерогов. Официальные встречи и переговоры стоит провести с самого утра, так советуют звезды Козерогам. Поскольку после полудня вас будут занимать в основном вопросы личного характера. Прислушайтесь к интуиции при решении личных проблем. В воскресенье Водолея вы легко добиваетесь успеха там, где нужно умение сотрудничать и договариваться, находить подход к самым разным людям. Удается объединить и вдохновить единомышленников. Вас слушаются даже те, кто обычно руководствуется исключительно собственным мнением. Отдыхать тоже лучше вместе с друзьями или родными. Общение с ними будет вам очень приятно. Вероятны хорошие новости, за которыми последуют отличные идеи. День подходит для смелых творческих экспериментов, а также для начала учебы, в которой вы быстро добьетесь успехов. Будьте разборчивы в контактах и помните, что люди, легко дающие обещания, далеко не всегда их сдерживают. Доверие – это тот крючок, на который вас могут поймать и недоброжелатели, и просто желающие поправить свои дела за чужой счет. Будьте разумны и прагматичны. Тех, с кем действительно стоит иметь дело, это от вас не оттолкнет. От отношений, начинающихся в этот день, не стоит ждать многого. Они будут развиваться не совсем так, как вам хотелось бы, но все же подарят позитивные эмоции. Вечер стоит посвятить встрече со старыми друзьями. Они вас развеселят и порадуют. Личный гороскоп. День отмечен возрастанием жизненных сил и творческого потенциала. Возможно, что ваше воображение, кипучая энергия и стремление к новому заставят заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Постарайтесь трезво оценить создавшуюся ситуацию, чтобы не разочароваться. День благоприятен для интимных отношений. Вероятен эмоциональный взлет и ощущение новизны. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Для того, чтобы прийти к цели Водолею, нужно собрать всю волю в кулак и упорно двигаться вперед. Увы, вам часто надоедает заниматься малоинтересным делом. Но придется смириться с обстоятельствами и не пренебрегать даже рутинной работой. Избегайте тяжелых физических нагрузок. Гороскоп «Дом» на сегодня. Водолеи могут активно чем-то заниматься до тех пор, пока испытывают к предмету интерес и пока не дойдут до трудностей, которые не сумеют преодолеть сразу, где нужно приложить значительные и длительные усилия и проявить терпение, чтобы дождаться результата. Дозируйте нагрузку, чтобы не нанести вреда здоровью, так как возможен риск перенапряжения и потери интереса к делу или учебе. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. В первой половине дня звезды советуют водолеям сконцентрироваться полностью на работе, и результат не заставит себя долго ждать. После обеда вы будете заняты общением, как на работе, так и дома. Но будьте осторожны, поскольку к вечеру вы станете более уязвимы. Воскресенье рыбы вас ждет насыщенный день. Вряд ли вы сможете пожаловаться на скуку и недостаток интересных событий. Однако есть опасность в суете забыть о чем-то важном. Лучше не откладывать серьезные дела на потом. Желательно ограничить контакты с теми, кто охотно делится с вами проблемами, слишком часто обращается за помощью, злоупотребляет вашей добротой. Общение с такими людьми сейчас вредно для вас.
Возможно, недомогание, не исключены обострения хронических заболеваний. Берегите себя. Лучше избегать любых излишеств, хотя бы на время отказаться от вредных привычек. Несколько незначительных, но приятных событий этого дня поднимут вам настроение. Многих рыб к тому же порадуют известия, полученные от людей, которые давно им дороги. Некоторые представители знака начнут планировать путешествие. Оно окажется очень интересным, подарит полезный опыт и массу интересных идей. Вероятно, удачные покупки. Можно приобретать экзотические, необычные вещи. Вкус вас не подведет, вы сделаете правильный выбор. На светском мероприятии вы будете в центре внимания и услышите много приятных слов в свой адрес. Личный гороскоп. Возможно, сегодня вы сможете нормализовать обстановку в семье. Однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как взаимные обиды трудно забываются. Общество близких людей поможет вам отвлечься от неприятностей. К тому же новые интересные знакомства могут развиться в дружеские отношения. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Сегодня рыбам необходимо быть настойчивее в своих решениях и действиях. Исключите сомнения, тогда все получится легко и быстро. Гороскоп не советует рыбам изобретать колесо, а лучше заниматься тем, что умеете и любите. Нежелательно налаживать сотрудничество с зарубежными компаниями. Гороскоп «Дом» на сегодня. Возможно, недальновидность или неуверенность в собственных силах и умениях. Это крайне неудачное время для совместной работы с иностранными фирмами. В работе отдавайте предпочтение старым, хорошо известным наработкам и методам, не вводите новшеств и изменений. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Сегодня у рыб день будет посвящен контактам с окружающими людьми. С утра любое начатое совместное дело будет спориться. Вечером вас ждет разговор, в котором вы сможете свободно проявлять свои эмоции. Он будет протекать так, как захотите вы. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!